пойдете на выборы? Конечно, пойду, как же. А вы знаете, какого числа будет? 18-го. Конечно, 18-го числа. А вы пойдете на выборы? Конечно. Обязательно. А вы знаете кандидатов? Вообще знаем, партии знаем. Сколько партий знаем? Сколько? 56, по-моему. Что мы этим очень интересуемся. Хорошо, да, на работе обсуждаем. Да, да. 18 сентября состоятся выборы в Государственную Думу. Вы пойдете на них? Обязательно. Обязательно. А наше ходите? Поколение обязательно пойдет? Да, конечно, пойду. Выборы в Государственную Думу вы пойдете? Думаю, что пойду. А вы знаете кандидатов? Не знаю. За кого голосовать? Да, пойду. А вы знаете, кто числа? 18-го. А знаете, кто вообще кандидует? Ну, Единая Россия. КПРФ, ЛДПР, там партия Справедливая Россия. 16-го, если не ошибаюсь. 18-го. Вы пойдете? Ну, если не буду работать, то пойду. 18-го, если теперь остаются выборы в Государственную Думу, вы пойдете? Конечно. А знаете кандидатов в депутаты? Не знаю. Ты можешь сказать? Нет. Часто ходите на выборы? Ну, пока работала, ходила. Я сейчас далеко ушла на пенсию, вот у меня внуки, я занимаюсь этим.